Ну и? Вы готовы? Вы записываете? А, да. Я думаю, мы можем начинать. Вы готовы? Да. Хорошо, мистер Уилсон. Приступим. Вы знаете, все началось очень быстро. Их... Их было очень много. Мы просто остолбенели. В тот момент мы не могли двигаться, не могли даже думать. А вокруг свистели пули. Люди. Люди бежали, куда глаза глядят, пытаясь спастись. Крики, мольбы о помощи. Все было бесполезно. А где были вы, когда началась стрельба? Я был дома, заваривал себе кофе. Да я в самом деле... Знаешь чё? Да я охуенный везунчик. Потому что в этот день, в тот час, я пережил все это дерьмо. Чёрт. Да просто повезло. Я бежал изо всех сил, стараясь не оглядываться. И надеялся на чудо. Надеялся, что смогу проскочить незамеченным. Я же был без оружия. Только помню, как два раза в меня чуть не попали. Итак, как же вы выбрались оттуда? Вот так они захватили остров. Они почти всех их застрелили. Они убивали даже женщин. Эти ублюдки. Можно? Можно мне воды, пожалуйста? О, конечно. Принесите сюда воды кто-нибудь. Я дома сидел, вдруг услышал крики на улице. Включил телек, а там везде одно и то же дерьмо. Типа как кто-то остров захватывает или что-то вроде. Знаешь, это, наверное, террористы были какие-то. Может, Аль-Каида даже. По ТВ все время показывали всякие кадры. Профессиональные, любительские. Живые включения с места событий и так далее. Они говорили, что у захватчиков есть что-то. Что-то вроде химического оружия. А все солдаты в Бохане были уже мертвы. Есть видео, на котором показывали эту бомбу с разных ракурсов. Эксперты говорили, что это бомба. Если бы она взорвалась... то могла бы уничтожить примерно 2,5 Сан-Андреаса. Знаете, бомбу такого размера довольно сложно захватить. Скорее даже невозможно. У вас есть какие-нибудь соображения, где они могли ее достать? Вот я не понимаю, нахуй захватывать остров безо всякой причины? Кто-нибудь может мне сказать, а? Вот как раз это мы и пытаемся узнать, мистер Уилсон. Конечно, есть причина. Я думаю, что с островом определенно что-то не так. База, прием. Черт возьми. Подтверждаю наличие объекта на Земле.